Благословен плод чрева Твоего. Разве крещение Руси, я бы сказал, имеет значение не только для православного мира, это не основное, но и для всего мира на самом деле, потому что в результате крещения Руси родился русский народ. Мы вышли из купели именно там, 1025 лет назад. И каждый из людей всем сердцем принял нравственное дело православия, люди изменились нравственно, духовно, преобразились. Для нас, конечно, 1025 лет – это 1025 лет жизни с Богом. Ну, я всегда была верующей, просто вот не получалось креститься, и все. Почему решили креститься именно в такой день? Ну, такой большой праздник, поэтому 1025 лет. Я давно являюсь прихожанкой церкви, и у меня дети крещенные, трое девочек и две внучки. У нас вся семья крещенная, поэтому я вот долго очень шла к этому и пришла к выводу, что мне нужно покреститься. Thank you.